Кристина Орбакайте до сих пор не желает комментировать текущую ситуацию с Аллой Пугачевой. Певица упорно игнорирует все вопросы на эту тему, вероятно, опасаясь потерять оставшиеся выступления. Однако оказалось, что у артистки есть веский повод для молчания. Согласно сообщениям журналистов, Орбакайте пригласили выступить в Кремле на праздничном концерте, посвященному Международному женскому дню. Несмотря на то, что ее участие официально не было объявлено, организаторы подтверждают, что ее имя осталось в программе. Да, Кристина Орбакайте будет, сообщили в Кремлевском дворце. Певица осталась приглашенной звездой даже после скандального выступления ее матери. Ранее Алла Пугачева в социальных сетях показала, как она отметила свой собственный праздник, 1 марта. Она веселилась на яхте в компании друзей, исполняя украинскую песню. Комментаторы в интернете пришли к выводу, что таким образом знаменитость решила ненавязчиво передать свое послание россиянам и окончательно определиться с тем, на чьей стороне она находится. Согласно СМИ, на концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге было выделено почти 1 000 000 рублей из регионального бюджета, чиновники приобрели 300 билетов на ее выступление. Вопрос о том, получит ли она гонорар за выступление в Кремле, остается открытым.